это канал DS и снова Bear Ride. Ребята, мы наконец-то дошли до этой стадии, когда мы освободили деревню. Мы освободили Херендел в прошлой серии. И вне серии я так по-быстренькому записала сейчас подряд. Доделала вот такие вот скульптурки из камня. Они просто дешево, быстро делаются. И завоевала полное доверие деревни. Теперь мы Белл Райт, мы звонарь в этой деревне. И я могу нанять любого человека с профессией, который здесь только найду. А значит, я могу идти уже к тир-3 постройкам. Представляете? К тир-3 постройкам. Вот как уже быстро мы продвигаемся. Но перед тем, как я это сделаю, ребятки, давайте посмотрим интересную информацию. Но перед началом ролика я хотела бы пригласить вас на свой дзен-канал, где вы сможете ознакомиться со всем материалом раньше остальных, а также поможете своей подпиской выполнить важные условия платформы для создания нового и интересного контента. Ссылочка в описании. Ну, поскольку вы уже все подписались, да и лайки под это видео тоже уже понаставили, теперь можно идти и искать профессии. Давайте я буду просто сразу моментально лететь. Мне нужно, давайте смотрим сразу, что мне в первую ратуша. Мне нужен плотник, мне по идее нужен кузнец, а здесь плотник для хижины нужен. Кузнец мне тоже скорее всего нужен, ткач мне нужен, это 100%, и трактирщик. Я не знаю, кого я здесь найду, но я надеюсь, что кого-нибудь хотя бы мне сегодня тут выдадут. Давайте, ребят, кто-нибудь. Ты кто? Ты Амелия. А, нет. Ты не можешь со мной пойти. Ты кто? О, ткач, стой. Я слышал, что старейшина спрашивал. Есть ли кто-нибудь, кто мог помочь с некоторыми... Блин. Кажется, вам самим нужна помощь. В смысле? Мне нужны люди. Я очень хочу людей. Но ты, блин, обжора. Но ты оптимист и силач. Самое главное, что он все-таки ткач. Но 2000 репутации, практически 2000 репутации. Давай я подумаю пока. Давай, может, я какого-то еще ткача найду. Так, запомнили. Ткача здесь мы нашли. Ты там далеко не уходи. Стой на месте, на попе ровно. И давайте искать. Будем выискивать себе работников. Это как в Конане найти именного раба. На удачу. Вот и ходим, ищем на удачу. Ты кто? Ты фермер. Ты кто? Не знаю пока. Стойте, а ты кто? Кузнец. Пусть руководство проведет вас. Спасибо. А, нет, с ним, блин, нельзя. Его нельзя пригласить. А ты мне даже ничего не скажешь? Я как бы тут доверие завоевала, нет? А он мне ничего не сказал вообще. Печально. Есть плотник? Плотник! Стой! Нет, 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 нет. Давай ты пойдешь со мной. Здесь есть NPC, которые сюжетные. Блин, их с собой взять нельзя. Как бы я ни старалась. Это печально. Блин, а где все? Прием, прием. Фермер. Вот фермер со мной может пойти тоже. Они все по 2000, что ли? Подумаю. Подожди, я не помню, что мне прям вот сейчас нужен для продвижения фермер. Кач, да. Кач очень нужен. Поэтому я ткача все-таки заберу. Кач, стой, я тебя уже вижу издалека. Я чую тебя. От тебя запах исходит. Ты не хочешь со мной разговаривать? Ты кто? Ты кто? Ты просто никто. Хорошо, но не просто ты. Кач, стой. Занят он. Подождешь. Так, ладно. Хорошо. Иди со мной. Ты сразу иди в работу. И бегу я отсюда, просто иди отсюда. Ты должен будешь мне учить очень-очень много учить. Обучать меня делу искусному. Так что иди занимайся, а мы пока будем обследовать дальше.
Ну блин, ну почему вот Далиборге хочется мной пойти? Ну почему? Почему ты за мной не хочешь пойти? Пойдем. Я тебя бы забрала. Вот мне сейчас нужно найти еще человечков. А кто мне там нужен? Трактирщик нужен. Трактирщик и кто-то еще. Там крепость, из которой мы пришли, это уже нам не туда. А я, кстати, никого здесь больше так и не вижу. То есть фермера нашли. Он здесь ходил, по крайней мере. Ты кто? Стой. Хью, кузнец. Подожди. Блин. Ты тоже сюжетный. Этот сюжетный кузнец. Тот сюжетный кузнец. Вам немного сюжета? Дайте мне человека. Это печально. Это меня сейчас не радует в начале серии аж. Стой. Чем могу? Да... Ты бы мог мне очень помочь, если честно. Ты бы лучше помог мне, чем я тебе. Кто еще? Там вот какие-то люди. Ну, что-то здесь людей, кстати. Людей как будто нет. Как будто нет людей. Их стало слишком мало. А вот кто-то еще ходит. Ты кто? Ты кто? Ткач. А у нее больше, но у нее изготовление под десяточку. Щиты на девятке максималка. Наверное, я того выгоню, а эту заберу. Ну а чё? Давай, я рад. Забирайся. Больше никого найти все равно не смогу. А того я изгнать хочу. Тот ткач мне не нужен. Где мое поселение? Вот, у нее появилось то, что она ткач. А этот обжора. И у него десяточки даже нету, то есть... Ну да, одноручное оружие, но у него изготовление на восьмерке по максимуму. То есть он так к себе. Если я его изгоняю, я получаю 2231. А купила я его за 2. Он может не согласиться присоединиться к вам снова. Ну ладно. Напугал. Напугал меня. Ага. Я лучше фермера возьму какого-нибудь. Ты кто? Ты трактирщик. Могу я тебя кое о чем спросить? Это в деревне, интересно, все, что... А ты... Нет. Нет, я не хочу. Он не тот, кто мне нужен. Это печально. Это очень печально. Кузнец, стой, кузнец. Кажется, вам, да, вот этот может пойти со мной. Скорость голода, производительность слабак. Но выбора-то у меня особо пока нету, походу. Я больше кузнецов не видела. Это плохо. Давай, я все-таки заберу. Ты сразу на работу. У меня осталось 3800. Для того, чтобы найти... Я просто беру сейчас разные профессии для прокачки. А какие там будут лучше, потом хуже, я буду уже, как говорится, подбирать после. У вас что-то есть для меня? У тебя нет. Ты кто? Не, подожди, ты слишком уже не то. Очень-очень мало, прям у тебя для 2000 ты прям вообще ни о чем. А у тебя? Ты, может, хороший воин? Ты вообще никакую. И просит 2000. Нет, прощай, друг, прощай. Ты не то, что я хочу. Ты не то, что нам надо. Так что, извини. Я ищу людей. Ты тоже не то. За 2000 с нулевыми. Ну, это как бы... Как бы вообще не то.
Вообще не то. Ты кто? Ну, у него тоже, типа, ну, семерка на одноручка, ну, за 2000 нет. Нет, за 2000, ребят, я не готова брать и покупать вас. Ну, в прямом смысле, можно сказать, мы их покупаем за свою собственную репутацию. Бежим. Я хочу взять еще кого-нибудь. Мне нужен плотник. Есть плотник, есть фермер. Фермер, ты почем? Ты 2,5. Исследование 10. 8 земледелия максимум. Так, подожди секунду. Пейн, так, Пейтон, да? Пейтон, ты туда пошел, и я тебя запомнил. Ты кто? Тоже фермер. Ты у нас пессимист, невротик, тупица. У него земледелие 10. Ну, блин, с твоими невротиками скорость голода, производительность, пессимист, мораль, прирост опыта навыка. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Среди этих двух кого бы выбрать? Тебе нечего сказать. Мне тоже нечего тебе сказать. А вот фермера, я даже не знаю, стоит ли брать фермера. Он неутомимый и обжора. Но ты никакущий. За 2000 я тебя брать не буду. Не буду. Рон. Ну, фермеров, кстати, тут достаточно. Я думаю, может быть, кто-то другой потом появится. Это работает, да? Спустя день там новый NPC, нет? Так, не работает или работает? Есть кто-нибудь? Я, кстати, никого не вижу. Хотя у нас вечер. Вечер — это плохо. Вечером люди спать идут. Выпусти меня. Так, я видел, да, я ищу хороших людей. Да почему они все за 2000 стали? Они никакущие, прощайте. Я до этого таких же никакущих брала за, ну там, 500-700 в среднем. Почему так дорого стало? Я еще так много не зарабатываю, нечестно. Ладно, давайте тогда посмотрим дома, что можно с этим сделать. А за фермером я, если что, все-таки вернусь. Потому что фермер, ну, блин, это фермер, он нужен. Просто там проблема в чем? В том, что у одного характеристика до десятки, а у второго-то нет. Но у того, блин, вообще никакущие навыки. Это плохо. А это тот, кого мы прогнали, да? Иди к старейшине, он должен вам помочь. Так, это о том, что его спросить? Не. Брат, прости, но мы нашли уже пока. Мне нужны еще очки для того, чтобы нанять остальных. О, идут мои профессионалы. Мои профессионалы идут домой. Первые мои профессионалы. Наконец-таки. Теперь смотрим, что я могу. Давайте... Я могу выучить броню, потому что у меня появился ткач. Я могу выучить шлем, потому что у меня есть кузнец. Но я не могу сделать... Блин, а это рабочий? Даже рабочий надо. Рабочего у меня нет, лесоруба нет, трактирщика нет. Где мне взять трактирщика? Трактирщик нужен для производственного... Во, лесника, кстати, фермер может выучить лесник, чтобы деревья сажать. Тоже хорошо, вообще, я бы сказала, замечательно. Таверна, блин, вот таверну я бы выучила, но мне опять же нужен трактирщик. Плюс мне нужно для ратуши, это третий уровень, мне нужен плотник. Плотника у меня тоже нет. Это плохо, это очень-очень плохо. Что мне делать? Ой-ой-ой-ой. А тир 3 я могу выучить только когда выучу по факту ратушу. Потому что она находится вот здесь. Да? Там. Вот. Здесь. Только после ее открытия... А она... В смысле? А, плотник нужен.
Только после ее открытия я смогу что-либо сделать. Есть свои минусы, да. Поэтому я предлагаю поспать. И после этого тогда отправиться просто в новые города. Может быть, мы там что-то найдем. И посмотрим заодно, влияет ли освобождение одной деревни на все остальные. Ну и, конечно же, пополняем какие-нибудь задания. Задание. Я, кстати, могу выучить теперь же. Теперь же могу выучить кувалду. Я, наверное, сейчас тогда это и сделаю. Ребята, я могу выучить кувалду для чего? Для того, чтобы выполнить задание. Кувалда, по-моему, нужна была кузнец, да? Скажи, пожалуйста, что такое кузнец. Железные слитки, грубый камень и шкура. Ну ничего, нормально. Хорошо. Хорошо. Пойдемте тогда спать, чтобы мое все не простаяло. И встретимся утром. У нас наступило утро. Я здесь уже побегала, поставила переместитель. Я нахожусь сейчас, ребят, у вот этого города. Черногривый пруд, куда нас отправляли. И здесь есть задание. Я пригласила сюда, конечно, своего соратника, но пока он там дойдет... Ну, надеюсь, что когда-нибудь дойдет и будет все хорошо. Давайте пока выполнять задание. И у нам надо еще бастарда какого-то убить. Так, а вы кто здесь? Котник. Я ищу хороших людей. Твою деревню надо освобождать еще, чтобы ты со мной пошла. Серьезно? То есть мне потребуется освободить еще и их деревню. Отдельно? Вы серьезно? Мне сколько людей понадобится? Что у тебя? Исследование? Ну, ты плохой воин, извини. Извини, ты очень плохой воин. Я плохих воинов не беру. Помните, мы нашли записку в одной из серий, когда освобождали деревню? Так вот, по этой записке мне дали задание поговорить со старейшиной этим. Давайте. Вы готовы поговорить о том, что произошел? Я нашел труп одного из стражников лорда в лесу, на западе. Похоже, причиной смерти стала ножевая рана в шею. Это тревожно, но я знаю, что в той местности со вчерашнего дня находилось трое человек. Возможно, вам стоит поговорить с ними и выяснить, в чем дело. Назовите имена. Я расспрошу их. Надеюсь, мне их пометят? Ёлки-палки, бандитов дофига. А, ну ничего бы. А вы дальше их не могли разбросать? Ой, давайте деревню хоть посмотрим. Новая деревня. Тут торговец, что у тебя есть? Что у тебя есть в наличии? Семена всякие, вилы, мотыга. Кстати, ой, блин. Ой, блин. Ой, блин, блинский. Ты кто? Ты никто? Ты кто? Ты мельник. Так, тут мельник водится, тут плотник водится. Надо запоминать. Плотник мне точно нужен, мне трактирщик нужен. Для развития. Мне нет смысла все это изучать, у меня нет трактирщика. Да что ж вы разбегаетесь? Ну, бандиты идут, но не трогают же вас. Ну, что вы такие? Он спрятался. Вот сучка. Вернись. Ты кто? Ты мельник. Я хочу просто посмотреть, какие у них тут есть профессии. Потому что, как я поняла, профессии разбросаны по городам. Мы можем помочь друг другу. Нифига себе. 10 сбор. Близорукость и бездельник. Ты бездельник, блин. Уровень все равно не хватает. Ладно. Здесь нужно еще уровень качать. То есть мне нужно прям выполнять, выполнять и выполнять. Пока мой спутник там шастает, давайте будем разговаривать. О, фермер, кстати, есть. Мы можем помочь, как ты думаешь? Да, деревню надо освобождать. Для профессии нужно освобождать деревню. Это прям печально и печально очень. Плюс мы сегодня, возможно, заглянем за торфом. Потому что печи нужно чем-то подкладывать. Так, утка.
Это был убит в лесу недавно от того места, где ты живешь. И я собираю информацию. Что? Кто? Один из гвардейцев. О, неудивительно. Они так часто нас притесняют, что это было лишь вопросом времени. Тогда кто-то даст отпор. Похоже, у тебя есть свой мотив, и тебя не особо шокировала новость об убийстве. Если вы пытаетесь меня обвинить, то не стоит. Я был в лесу, выгуливал собаку без всякого оружия. Так что если только стражника не убил укус собаки, то это мог быть я. Спасибо. Спасибо. Первый поговорили. Пойдем за вторым. А еще нам нужно в новый город вообще сходить. Письмо даже отнести. Письмо у меня валяется дома. За ним тоже надо сбегать. А кто? Это волк. Волк. А мне куда? Ёб твою дивизию. Ну давай вот к этому пока сходим. Пойдем дальше. Что могу сказать? Будем искать виновника. Нам нужно со всеми тремя поговорить. Вот прям со всеми. Печаль, беда. Да что ж ты застреваешь-то? А также я планирую построить новую базу. То есть базу номер 3. Это кто ходит? Бандит? Нет, это волки. Для того, чтобы вообще понять, что здесь происходит. И как мне с этим жить. Чтобы строить тир 3 там. Анзо, стой. Я расследую убийство. Но это тревожно. Я вчера охотился в той местности, но никого больше не видел. Только я и животные. Между нами я на самом деле чувствую себя намного безопаснее с охраной. Значит, вы хотели бы убить кого-то из них? Вовсе нет. Хотя они облагают нас непомерно высокими налогами. По крайней мере, они держат бандитов подальше. Иногда, по крайней мере. Че, врете, у вас по деревне все время гуляет кто-нибудь? Спасибо. И еще один остался. Погнали к нему. А то мой там... Скоро там мой дойдет. Ой, у него путешествие. Он только здесь. О, господи. Как далеко. Как далеко он идет. Проще ему где-то дом, наверное, поставить. Его убить по дороге. И чтоб он возродился. А то он так и не дойдет, мне кажется. Бежали. Кстати, тут есть еще задание. Тоже брала себе задание, когда бегала. Просто так. Ну-ка, скуши. Задание по поводу бандитов. Оно у меня находится вот здесь. Сейчас. Вот. Найдите какого-то бастарда. Какого бастарда искать? Понятия не имею. Просто есть какой-то бастард. Его потеряли в лесу. И теперь с ним надо поговорить. И, скорее всего, опять это будет... битва, так что я, если честно, немножечко побаиваюсь его. Вдруг он там не один, вдруг их там много. Здравствуй, свинка. Когда у меня свинка будет? Это ведь постоянный источник мяса. Свинок плодим, мясо есть. Отлично. Ну, просто замечательно. Осталось только их добрать. Но, к сожалению, пока еще не скоро. И где мои восклицательные значки? Долго мне туда еще? Ёлки-палки. Ощущение, что эта дорога будет бесконечной. Зато деревья красивые. На юге, правда, на юге, по-моему, рассказали мне в одной из деревень. Находится железо, и вот там другая природа. Я поставила туда флажок свой. Нам было быстрее бегать во время записи. Так что вы еще все увидите, не волнуйтесь. Крафта здесь на самом деле дофига. В прямом смысле этого слова. Нужно много крафтить. Нужно постоянно ходить, убивать каких-то разбойников. Стараться и бороться. Вот, смотрите, какие здесь поля. Разноцветные цветочки всякие фиолетовые. Красота. И такие деревья. Стой, Бун. У меня тут труп. О боже, ужасно. Я живу неподалеку, но... Да, я редко хожу вглубь леса. Для меня это слишком опасно. Так что я ничего подозрительного не видел. Ты уверен? Нет, простите, я не поддерживаю стражу лорда. Но никогда его не одобрил убийство. Спасибо. Теперь мне нужно опять со старейшиной общаться. Да вы серьезно? Туда-сюда, туда-сюда. Вот, вот эти задания мне и не очень нравятся в плане того, что я просто туда-сюда, туда,
сюда. Поболтал, ничего суперинтересного не узнал. Задания с подвохом бывают здесь очень-очень редко. Вот почему? Потому что на самом деле... Вот, кстати, кто хочет, гранит здесь есть. Я вам сейчас покажу. Почему? Потому что там вот было про корову, типа, сколько ей давать раз в день. И я полагаю, что если бы мы сказали неправильно, то она бы откинулась. Здесь у нас, вот в этой местности, как раз хлопок можно собрать, гранит можно вон там вот собрать в скалах. И железо тоже вот в такой вот цветастой местности. Я в следующей серии как раз пойду за добычей, и мы с вами это на собственном, так сказать, примере увидим. Я уже чуть-чуть собралась, собирается обычной киркой, так что здесь ничего сложного. Фу, спустя полжизни мы снова здесь. Старейшина. В смысле? Я должен выбрать... Бун, Анзу, я не знаю, они же все сказали, что они не убивали. Кто-то охотился. Давайте еще раз, стой, подожди. У меня, где мои записки? Записки, кодекс. Записка мертвого стражника. Пишу, чтобы сообщить, которое я расследую. Я заметил, что кто-то проводит много времени на кладбище, бессвязно бормоча, что он остановит неверных. Но я не смог разглядеть его лица. В любом случае, я беспокоюсь, что он может быть опасен. Я постараюсь дойти до его дома. Но здесь тоже никаких, знаете, подсказков. Подсказков? Подсказки никакой нет. То есть... один выгуливал собаку. А у него, по-моему, собаки не было. Другой охотился. Третий ни хрена не делал. Он просто был дома. Выберем кого. Вот я сейчас обвинять буду просто, ну, неизвестно кого. Утки. Мы нашли труп вот тут. Предполагаю, что Анза, потому что он ближе. Ну, зачем вот как бы Буну тащиться сюда? А этот с какой-то типа якобы собакой гулял, которой собаки я не видела. Я выберу Анза, но надеюсь, что это не сильно нас подведет. Шок. Он много лет жил рядом с деревней без происшествий. Но я поверю вам на слово и прикажу их арестовать. Спасибо. Мне вот... Вот честно, я надеюсь, что я не ошиблась. Очень сильно надеюсь, что я не ошиблась. Потому что это будет, ну, печально. Я не могу больше качать силу? Серьезно? Блин. А чё, правда не могу качать? Вообще ничего не могу качать? А здесь есть тут книжечки продают всякие? Нету? Не-не-не? Торговец, у тебя чё? У него ерунда всякая. Кстати, торговец, я же могу теперь торговать с этой... С нашей деревней, которая новая, освобожденная. Вот с первой нашей деревней в ней я могу торговлю устроить. Прям не выходя, так сказать, от кассы, я могу продать им воду. Не покупает, не хочет торговать. Ну что, балдели, что ли? Вы покупайте! Давайте так. Не покупает. Не покупает. А что вы хотите? Вот этот... Почему ты ничего не хочешь? Не покупает. Что ты хочешь? Что вам надо? Не покупает. Может, надо торговать из дома? Наверное, надо торговать из дома. Ладно, давайте тогда смотрю, где мой спутник? Где? Ой, наконец-то. Он почти дошел. Уже радует. Мне нужно найти, освободить, но там большой уровень. Я туда сейчас пока не пойду. Давайте поищем бастарда. Здесь кувалда, тут письмо, тут угли, стрелы и колчан. Стрелы я пока тоже не могу сделать, мне нужно дождаться, пока я смогу это делать. И колчан тоже. А чтобы сделать стрелы, мне нужно выучить лук, а для лука мне нужен лесник. Одни проблемы, если честно.
Давай, где ваш бастард-то? Где их бастард? Вот тут! Нифига. Ладно, погнали. Сейчас моего там убьют. Вот почему он дерется? Почему он не может пробежать просто, например? Нет? Вот он не может просто пробежать. Это печально, ребят. Это очень-очень печально. Я почти добежала до бастарда. И я очень, если честно, надеюсь, прям сильно, что там мне придется драться. Если придется... Так, ну он хотя бы один уже радует. Будет плохо. Бастард, здравствуй. Поговорить с ублюдком. Это не я, это так читается. Кто вам, что вам нужно? Так, я слышала, что вас видели в городе ночью, когда вы что-то делали с колодцем. Либо я хочу сначала спросить, знает ли он. Вы суете нос куда не следует. Незнакомец достает меч. А у меня выбора нет. А если я сброшу? О, я могу подготовиться. Что у меня есть? Грибное. Это у меня мясное. Мясное, грибное. Блин. Блин. Ну что? Он не будет разговаривать, пока у меня меч. Отлично. То есть ему нормально меч доставать. А, ну... Тут, в общем, в любом случае... Убить! А! А я думала, что он сначала... Короче, он не показался, что он этот... Он... Не показал... Он не показал, что он этот... Воинственный... Ну! Блин, пропустил. Не с этой стороны. Очень долго. Давай, заруби его уже. Он показано было, что он уходит, и я такая начинаю убирать меч. Ёлки, серьезно? Опа, опа, образец яда. Там, короче, колодец травили, и предполагалось, что это он. Видимо, это он. Так, давайте. У меня что можно? Я ничего не могу прокачать сейчас. Мне надо развиваться дальше. Серьезно? У меня столько книжек, и я ничего не могу сделать. Ёпперсте. А, у него ящик есть, но он не открывается. Ай-ой-ой. Так, образец яда мне нужно отдать в Фордин. Фордин, на секундочку, у нас где находится? Внизу. Город, в котором мы, кстати, еще не были. Давайте мы в него обязательно сходим. Но, ребята, сходим мы в него уже в следующей серии. Также добудем железную руду в следующей серии. Но вы не забывайте оставлять свои лайки, свои подписочки, свои комментарии под этим видео. И всем, ребят, удачи. Всем пока.